Вот первое письмо. Смотрю видеоуроки, читаю книги. Это будет один из важнейших на сегодня вопросов, поверьте, сейчас поймете. Ну, опять же, все не читаю. Вот. Хотел бы получить советы, как вы относитесь к прививке на сливу. Ну, речь идет, понятно, абрикосы. Значит, и надо же так, чтобы вы помнили, или желтая слива. Самые большие неудачи мои связаны с прививками на желтую сливу, желтых, ой, не так, на желтую сливу уссурийскую, да, прививки крупноплодных слив же, да, цветом темно-синим, скажем так. Вот это я знаю. Что будет, если он привет на мне абрикос, не знаю. И вот интересно, что нас этот самый сливу на абрикос приспособился прививать Чернобаев. И у него получилось хорошо, неплохо, но это у него венгерки пошли на абрикосах. А у меня ринклоды на абрикосах не пошли. Это отдельный разговор. Но у людей это проблема, это у нас-то абрикосовых подвоев полно, а им-то надо, чтобы они приживались, абрикосы, на сливе. Слива дает поросль, слива дает большие урожаи. Подвой сливовый легче достать. Что нам делать? Вот. Вот он и пишет. Хотел бы получить совета, как вы относитесь к прививке на сливу. Сейчас объясню. Так. Во-первых, я скажу, что из абрикос осталось. Вот это на данный момент каких-то 5, каких-то 10. Все, больше нет. Кто-то успеет, вот как некоторые. Мне 10 черенков сварога, а у меня и ни одного. Поехал, срезал 10. Но время уходит, поэтому и кто-то может заказать 10, допустим, этих академиков или там королевских. Тут они и кончатся. Имейте в виду, кто успеет, потому что это уже сколько можно резать. Теперь насчет самого главного. Прививка на сливу. А, кстати, он же мне прислал вот эту фотографию с просьбой прокомментировать. Ну, это явно яблони. А, кстати, тут и написано яблони. Вот, привита почкой. Вот это вот ясно, что когда-то прививка была на дикий подвой, осталась такая, пенечек. Он спрашивает, напоминает мне, что я сам всем говорю, что это калеки. Да, калека, но не из худших. Этому, по крайней мере, жить будет. Дело в чем. Это он сейчас такой. Да. Вот сейчас. То есть выжил, пережил худшие времена, рана заплыла, осталась небольшая рана. А вот так нас учит наука. Вот. То есть вопрос принципиальный. Хотите прививать, допустим, абрикос на сливу, прививка почкой некоторые преимущества имеет. Почему? Потому что все-таки она пока будет обгонять. И, допустим, что вот это вот слива, а вот это абрикос. Допустим, почкой вживили, рана страшная. Но на югах она не так смертельная рана, как у нас. Здесь упоминает, эта рана смертельная, видите? А якобы слева правильная рана. Так? Вот. Но она правильная, но все равно смертельная. Вот. Неприятно даже смотреть. Хорошо, когда вот так, я специально... Хорошо, он мне прислал. Вот так оплывет, выжила, слава богу. Но это яблони. Они легче выживают. Абрикосов в стороне нет, они хрупкие такие, как хрустальные вазы. С ними обращаться надо, как с хрустальными вазами. А вот, они как, слушайте, каждый год абрикос нуждается в обрезке. Вы спросили его. Вот. И вот что получается. Там резать нечего, они настолько голенастые от природы. Они же с полупустынь. Так вот. Прививка почкой, которую я терпеть ненавижу, но она долго не будет обгонять. Вот видите? Пусть, например, яблони. Ну, нет у меня абрикоса такого примера. Вот уже сравнялись, да, подвой с привоем, да. Вот. То есть в какой-то степени. А если этого не делать? Вот. Сейчас вот эту фотографию я пока пропускаю. Она имеет важнейшую ценность. У меня есть фотографии ключевые. Вот. Смотрите. Вот, допустим, это у меня просто учебная фотография. Прививка яблони. Ну, бог с ним. Представим себе, что вот это слива, а вот это абрикос. И вот здесь, именно при таком способе прививки, когда несовместимо, намного больше штамп, сравните, подвое и привое, пока он еще обгонять будет. И это дает шанс, а я же это проходил,
У меня же когда-то не было подвоев этих самых абрикосовых. Я прививал на сливы. Вот. Вот это вот сейчас. Давайте так. Там еще продолжим эту тему. Мне столько хочется сказать. Короче, или вот так, но один к одному уже желательно не прививать. Уже желательно. Один к одному, это когда диаметр одинаковый. Очень быстро обгоняет, ниже я вам еще покажу. Возвращаясь к этому фото. Вот здесь была такая же прививка сделана, смотрите. Что дальше происходит? Обе приживаются, все прекрасно. Только вот, понимаете, почки на этой, на одном. Нормально. Что получилось? Ну, смотрите. Ровненько, идеальненько штамп. А это такая же вот она веточка, ну, в принципе, такая же, то есть вторая. Почему разница такая? Потому что почки не ростовые. Вот. И если бы их отдельно прививать, допустим, а это часто, даже вот такие толстые пни, часто прививают не два, а одну из экономии. Я так делал, а куда деваться? Экономия, приходилось экономить. Вот. С одной стороны зарастет, и то уже, пусть не два, но уже все-таки на дерево похоже. Так, вот. Но оно долго-долго будет догонять по диаметру. Долго-долго. Вот. А здесь получается, вот если вот эту отдельно. Когда-то ж вот это ж догнало диаметр. Вот оно, видите, вот тут диаметр и тут. А эта почка была не ростовая, правильно? Вот. А то, что вы берете в питомниках, внимание. Вот. Это еще удачный саженец, а у некоторых он просто не растет, и почка не рассчитана на рост. Это просто боковая почка, одна, то есть одна из будущих сотен небольших веточек дерева. Вот, а ее попробовали приспособить. Вот этот момент характерный, вот я вам преподнес снимок. Это в моем саду сделано. Для чего я два втыкаю? Чтобы увеличить шансы. У меня получилось прекрасное дерево. Что сделать с этой веткой? Отрезал, как требуют эти же феи и прочие ведьмы? Нет. Растет, никому не мешает. Смотрите, видите, вот они ростовые. Ой, уже не ростовые, уже цветочные. Вот так. Теперь, пойдем дальше. Вот это вот Юрий Железов. Это мой двоюродный брат. Так. Живет в Костромской области. Валера, не знаю, видел ты или нет, интересный привычный кондуктор одного мужика. Вот ссылка на видео. Значит, вот ссылка. Увидите сами. Очень полезно. Я всегда никогда не гоношусь, не зазнаюсь. Есть ребята покруче меня. Вот один из них. Вот. Самое приятное было увидеть в конце ролика, что он вспомнил меня, вспомнил секатор, который я ненавижу. Вот он. Вот. Это горе-секатор, да? И предложил свой вариант. Вот. Умница, кудесник, обязательно посмотрите. Единственное, что он пишет одного мужика, правильно, я посмотрел ролик, фамилии нет, где живет нет, так что он остался для нас одним мужиком, пусть не обижается. Забыл про свое. Я почему-то не забываю ролики писать, садоводство, пожерезов и так далее. Вот, пожалуйста, посмотрите ссылку, увидите то, что он называет кондуктором. Значит, раз, идеальный срез, руки целы. А вы знаете, сколько я рук порезал? О, я каждый год перебинтованный ходил. Нож острый, что-то прикасается к пальцу, и сразу он туда входит в палец, как масло. Даже когда... Это, а иначе, если нож туповат, разве сделаешь? Вот именно из-за этого одни неудачи у тех, кто пользуется вот этим вот. Дорогой, техника сложнейшая. Я бы застрелили, я бы не смог его сделать, изобрести. Вот. Но я делаю одним движением ножа. И вот я к чему говорю. Вот у него вот это вот приспособление должно быть запатентовано. Его должны купить за $1 000 000. Вот. И начать производство, чтобы вот эти повыкидывали. Но опять смех слышу. Ну правильно, мы в такой стране живем. Ну еще раз говорю, я ему этому, как один мужик, этого одному мужику благодарен невероятно. И то, что меня упомянул, то, что он знаком с этим. Вот. И то, что у него руки золотые. Вот, а вот это вот ролик мне прислали, видите, я ничего не могу сказать плохого в этом человеке, да, кроме одного.
он очень высоко прививает. Очень высоко. Тут у него и польза, и вред, все в одно скучено. Ну, уже видно, что он отрезал лишние ветки, что в основании уже калека. Вот. Ну, для видео, для рекламы лучше бы он подобрал такой же саженец, только без этих. Люди привыкают к плохому. Вот. Отрезал, а то, что это, начинается здесь процесс, что это единый механизм, это же не соседний саженец, правильно? У них общие корни. Ладно, это мелочь, то есть не мелочь, это не принципиально. Мы обсуждаем тему прививки абрикоса на сливу. Вот. И вот он тоже волшебные руки. Вот за что я благодарен этому ролику ему. Если здесь довольно сложное устройство, да, но максимально безопасно. Здесь тоже. Ну, если так как я, но у меня тысячи раз. Ну, научиться не каждый даже как-то может, да еще ножа бояться, да порезаться бояться. Смотрите, какое прекрасное устройство, видите, какой умница, правильно? Вот, вот он так же делает. Другое дело, что он потом высоко привил, вот, а у него есть основания так прививать высоко. Абрикос он толще, через коряд должен быть толще. Смотрим. Ну, вот она, прививка его. Кстати, не забыл водой смочить. Ну, замечательно. Забывают, учат и забывают, что надо обязательно смочить. Я бывало и языком облизывал, лишь бы только сырой была, срез. Вот. Мешочек не забыл, замечательно. Вот, тем более, что высокий. Он уже не может накрыть бутылкой, как я накрываю. Я бы тут привил, накрыл бутылкой. Но даже мешочек до сильной жары прекрасно помогает. Идем дальше. Вот. Второй способ он предлагает. Также диаметр одинаковый, но в расщеп. Я бы все-таки при одинаковых диаметрах все-таки выбрал бы вот этот способ. Вот этот вот. Вот этот вот. То есть это или капулировка, или лучная капулировка. Два косых среза. Вот. Расщеп тоже переживается, но при этом больше калуса, больше вторичной ткани. Смотрите. Вот видите? Вот. Ничего не хочу сказать. И он будет жить это, особенно если не... На севере опаснее. Вот это место начинает замерзать и это прекращается поступление сюда же этих самых соков вверх. Вот ему, потому что все-таки этот способ, ну, просто погрубее. Вот и все. Ладно. Меня попросили прокомментировать. Комментирую. Мужик отличный, работяга, видно, наш человек. Вот. У него получился абрикос на сливе вот такой. Ну, что я скажу? Я как вспомню эти ураганные ветра. Ну, повезло ему, по-другому не скажу. Вот. Вот такой снимок, он не мой, это мне прислали его. Вот. Это как бы характеризует саму суть, что прививка больше, но меньше. Да, меньше уменьшает, это тоже, это называется почему-то, не, это не вегетативная гибридизация, это называется проще. Ну, это как бы насильственное воспитание, так это зовется. Вот, это я перевел слово «ментор». У меня не было садовой энциклопедии, я общую энциклопедию перевел слово «ментор» из общей энциклопедии, как это, насильственное воспитание. Подвой он, конечно, уменьшает привой, но не настолько. Вот такие деревья часто падают. Я это проходил. Вот. Вот один из примеров. Я это проходил. Вот. Часто бывает вместе стыковки, вот здесь вот, в этом месте. Вот. Это я называю химерой. То есть, привил-то две почки, а получил, смотрите, что. Уже к середине лета. Вот, это химеры. Вот. Хорошо это или плохо? С химерами тоже. И это отдельная тема, но, может, не сегодняшняя тема. Она важнейшая, она из тех, которые когда-то по рукам понадавали, поувольняли к черту. Это самое, в эти времена в хрущевские, лысенковцев поубирали к черту. И что получилось? Да и вот с этими химерами работать и работать. Вот. А школу закрыли научно, значит, и химеры не стало. Вот, вот видите, вот это, так сказать, так называемая неполная биологическая совместимость. Я просто взял подвой, привой, когда погиб привой, я это, ну я же патологоанатом, это мое любимое занятие, видите? Ну, что вы хотите? Мы будем говорить про биологическую совместимость, сегодня уже явно не успеваем. Может быть, завтра, там оказывается...
Шаламов, оказывается, про меня написал, я шокирован, по-доброму. Пусть он против, пусть он не согласен, но настоящий специалист, крупнейший специалист, вдруг написал, не как, вот помните, Лариса Николаевна, небезызвестный садовод, знаете, даже фамилию не смогла написать, не смогла, зубовный скрежет, небезызвестный садовод, а здесь просто Железов, я с ним не согласен, и деловой разговор. Вот. И как раз упоминается, что вот это самое. Пока будем считать, что я сделал анонс еще одного рассказа. Он нужен вам. А хотите, чтобы у вас абрикосы со сливами срастались? Пожалуйста, будете слушать следующий вебинар. Вот. Ну, про это что говорить? Тут получается так. Значит, смотрите. Вот это в моем саду абрикос упал. Так. Вот он стоял и упал. Вот. Его срок жизни определялся столько, сколько ему подвой позволил жить. Вот сколько позволил жить, столько он и жил. Все. Есть один недостаток, который он бы, может быть, и сейчас был бы жив. У него штамп получился сам. На нем не найдете ни одной ранки. Высокие штамбы, вещь опасная, поэтому я, говоря вам про сливы, вот, про эти же самые сливы, про высокие прививки, я говорю просто, уважая вот этого человека, уважая безмерно, это настоящий работяга, это настоящий садовод, но это его опыт, он обязан с ним делиться. Ну, кончается, как сказать, из двух бед давайте одну выбирать. Потому что, знаете, как обидно было, да? Это в моем саду упало. Это неполная биологическая совместимость. Ну, прививка абрикоса на сливу, вот здесь я не стал открывать, ни фамилии, ничего. Прочтете, все сами увидите. Вернее, откроете, посмотрите, ладно? Вот. Ну и, наконец, это фотография, за которую меня когда начали печатать, на меня обрушились, потому что в Сибири даже мысль не допускалось, что можно абрикосы. У нас уже был лучший район в России, а страна этого не знала. Минусинские ученые были, абаканские ученые были, красноярские были. А она как-то, знаете, это как закрытый орден. Чем они там думают, чем они занимаются, мы сейчас не знаем. А мы-то открыты. Вот. И получилось как? Я взял вот эту фотографию, только напечатал. «Сады Сибири», замечательная газета была, она самая яркая в России из этих садоводческих. Там не блеклые фотографии, вот это уже, так сказать, перефотографировано с фотографии. Вот, то есть уже плохого качества. Ну, мыльница там печатал ей, вот, чуть ли не «Зенитом». И вот тогда на меня обрушились. Вот это врет, вот так в принципе. Даже мысли не было, врет, понимаете? Хотя это же Дашка, это самое, еще чуть ли не в младенчестве. Вот. Вот это врет, вот так вот было. А почему я показываю фотографию? Во-первых, эмоции выплеснул. Знаете, как обидно было. А во-вторых, это абрикосовая ветка на сливе. Поняли, да? На следующий год она погибла. Не на прививку не взяла, а надо было взять. Да откуда я знал, что у меня такой плод вырастет? Я, когда у меня год за годом таких у меня получалось все больше и больше, крупнее, говорю, господи, какое к черту отличание. Вот. Я вам сейчас скажу, это же просто удивительно. Я позавчера поспорил с собственным сыном, Сергеем Железовым, знаете почему? На бутылку коньяку я уже не выдержал. Он, получив диплом техникума, цитирует меня раннего или того техникума. Прививки делаем для сохранения качеств. Я говорю, не, парень, подвожу его к этому самому специально. Там погиб академик, а листья, то есть не листья, а эти пожелтели ветки на манжурце и стали чисто этими сверхкрупного академика, такого цвета. Ветки, штамп. Я говорю, Серега, дождемся, увидишь. Плоды будут в два раза крупнее. Нет, будут такие же. И талдычит то, что на экзамене, видимо, сдавал. Прививка сохраняет качество. Я говорю, коньяк. Вот так вот. Вот все свидетели теперь вы, кто только это. Вот. Увидите, что это будет совсем другие плоды.
И вегетативная гибридизация существует. Ну, и сегодня я разошелся. Хотел спокойно разговаривать. Да, да, обидно, страшно. Железо врет. Так, Николай Сергеев. Значит, он еще раз попросил меня показать его фотографии. По его мнению, при прочих равных условиях существуют совершенно абрикосы, которые переносят влагу и не боятся этой влаги. То есть они, у них не прививает корневой шейк. Он прислал несколько фотографий, просил повторить. Ну что, это же сам Сергеев, это же Николай Георгиевич. Я его, помните, как у меня как бы своя шкала ценностей. Я сказал, что он первая десятка садоводов в России. Вот. Надо уважить, уважил. Но остальные фотографии не показывают. Почему? К любой можно придраться. К любой. Я не хочу давать вашим оппонентам, Николай Георгиевич, какие-то козыри, даже мелкие. Вот, выбрал фотографию, где чистый штамп. Вот и все на этом. Так. Теперь, огурцов. Значит, если дело в том, что, оказывается, технические возможности ограничились мои, виноват интернет наш Саяногорский. Я не могу открыть эту самую ссылку, там огурцов, а огурцов это один из моих давнишних знакомых, друзей, соратников. У него плодоносят много чего моего, вот, но он совершенно самостоятельная личность, это Кемеровская область, там климат даже пожестче, умница, это просто удивительно, он самородок, это не мой ученик, он самородок, вот, но общение со мной дало возможность ему кое-что разжиться у меня, уже хорошо. И вот главное, что он сделал, у него вот тут вот, метр на метр, так грубо, на метр ящик деревянный, и все. А в ящике, а это же метр, это высота снега, в ящике сухо зимой, и совершенно чистый штамп. И он на фоне взрослого, цветущего делал эту съемку. Откроете, посмотрите, это вам на огромную пользу принесет. Я вам это обещаю. Польза будет огромная. От того, что вы увидите Огурцова. Мне прислали ссылку и сказали, ваше отношение замечательно. Вот. В восторге. Умница. Так. Глядя на ваши успехи, сжимается душа. Отчаянно сжимается Калуга. Услышав Бога в свое время, открыл вам глаза, указал на живую природу. Вы стали осознавать, что такое дерево, как с ним нужно обращаться. Так, у меня действительно есть какие-то особенности свои. Вот, у меня связь с там, с потусторонним миром, прямая, я не шучу. Но, чтобы мне не звонили в психушку, эту тему я оставляю. Смотрите, в определенный момент за одну зиму все съели лоси и зайцы. Ну, обидно, да? Вот, обидно. Ну, я не знаю, вы помните это самое, того же Барбоса из мультфильма? У меня бы не, это самое, не лежали бы. Так вот, чтобы лоси, это до какой степени надо, чтобы мужики исчезли, буквально, вот в этом районе, где живет Вячеслав Агапов, чтобы не перестрелять этих лосей и не сделать из них шашлыки. А зайцы – это самая тупая вещь на свете. У меня зайцы... Я был вынужден как? Я только посадил сад, и он был съеден зайцами. Вот. Забор не помогал, потому что сперва лезли двуногие сволочи, чтобы что-нибудь украсть. А они ломали эту, там, допустим, доску забора и оставляли. За ними шли зайцы. Прямо по этому же, по снегу по этому. Вот. А я охотник старый. Я их за одну ночь переловил. Петлями. Правда, я их и не видел, их тут же украли. Эти же самые алкоголики, которые лазили украсть что-нибудь. Этих зайцев поснимали вместе с петлями. Ну, зайцев я избавился. У меня выбора не было, я гуманист, я не знаю, что бы сейчас бы делал. Тем более ребенок, который говорил, нельзя это, давай не будем ловить рыбу, потому что ей больно. Представляете? А у нас всю жизнь останется таким вот, что он будет без помощи ребенок, беззащитный. Самое главное, именно вот без помощи. Я его научу зайцев ловить на случай голода. Обязательно научу. Только ловить мы их не будем. Как увидят задушенного зайца, я представляю, что с ребенком будет. Но научить научу. Будет трудно, пригодится навык.
Я вам все научу. И сети вязать, и петли ставить, и все, все, все. И вот, значит, с зайцами просто. Они тупые, они это, полезут. Но когда много снега, они тропу делают и бегают только по ней от лени. Ни вправо, ни влево. Ну, чтобы лосей не перестрелять, я просто поражаюсь. Это... Вот. А вот это вот фотография, которую мне прислала много Татьяна Александровна, она рассказывала, прям снимала через окно. Заяц обнаглел, вот. А что я скажу, она женщина, одна жила, как отшельница. Ну что я скажу? Он жрет ее яблони, штамп делает. Ну а мужику-то стыдно, что тут надо как-то с ними разобраться. На острове, когда еще сад был цел, зайцы тоже залазили, тоже грызли. Я и там переловил. Собак-то кормить все равно надо чем-то. А чем зачатина хуже, чем это? Чем мясо, которое надо покупать, а тут бесплатное бегает. Извините за это, но вы же написали, что сад уничтожен. А я как мог ответил. Так, ну, когда вот мне пишут, участок неудачный, воды нет, летом пересыхало, по холоду первые туманы, морозы, все начинались с моего участка, пришлось отказаться от земли. А я на острове вырастил сад, вы видели много фотографий уже с того сада, пусть его сожгли, специально сожгли, но опыт остался, и я делюсь этим опытом, да. Ну, вы взяли и описали сейчас мой этот участок, и холод, туманы, морозы, чего там только не было. Летом на острове, а засуха дичайшая. До воды 6 метров глубина. Вот. Потом отдельно расскажу, как я спасался. Ну, если в двух словах. Рубероида, куски. Метр на метр, а в середине дырка под саженец. Прорезь до середины, дырка под саженец. Все. И без единого полива вырастил сад. Видите, как просто, если это... Да, есть проблемы. Под ними сразу мыши заводятся. Вот, потерял. Ну, сколько потерял? За все годы, ну, полсотни саженцев потерял. Ну, а садил-то тысячу, только яблонь 1650. Только яблонь. Вот, так что участок неудачный. А описали мой участок. Зато какие яблони я вырастил. Вот им-то как раз все по барабану. Они не боятся переувлажнения, они не боятся пересыхания. Если это прививки, о которых я говорю, на сеянцевые подвои, сеянцевые. Может даже, если вы где-то живете, я сейчас сходу не вспомню, где-то у вас более теплые места. Пусть это будет подвой Антоновки, она сверхморозостойка. Пусть будет это подвой самой морозостойки, это северный сенап. Это самый пипин шафранный. Это ренец семеренко. Это полукультурные, полукультурки мы их называем. Мы их уже названия все позабыли, а они еще есть у нас. Уж, конечно, это ранетки. Но чтобы они были семечка, вот это самое главное. И тогда повоевали год, два, три. Да, летом все пересыхало, ну, доставали в это самое. У нас же Россия, вон с Енисея до сих пор воду возят, чтобы чай пить на центральную улицу. У них до сих пор нет колодцев. Вот впрягается в эту самую флягу, ну, знаете, стандартную флягу, которая вот молоко возит с этих самых, с доек. Вот такую флягу впрягается и 300-400 метров тащит вверх от речки. И что ты думаешь, только пить и полить. Но если все по уму, если отказаться. А на рынке у нас вот эти вот самые корни-то искусственные, а они-то, их же поливать надо в 10 раз чаще, потому что у них нет центрального корня. Вот. Получается, не все так плохо. Не все. Ну, полностью прочитать, вы сами прочитаете. Тут, ну, не могу, я физически невозможно читать все письма и все до запятой. Так. Вы в ваших фильмах учили, что залог успеха – это дикий подвой, привой, укорененный... Привой на месте. Ну, видимо, это подвой, видимо. Укорененный на месте. Так. Плюс привой черенка культурного. Ага, это получается раньше.
А сейчас вы говорите, что косточки дикого подвоя, плюс косточки культурных деревьев, а потом огромное множество видоизмененных вариантов, которые зависят от папы и мамы. Это в связи с чем связано? Ну, во-первых, вот здесь слово, это не он, это я виноват. Дикий привой, это была обыкновенная опечатка, кто-то мне помог, первые самые каталоги. И прицепляется до сих пор для меня, что дикий привой. Привой, он уже подразумевается культурный. Ну, бывает отсюда. И получается, я его запутал. И теперь попробую выползти отсюда. А вот огромное множество видоизмененных вариантов, вот, тут уж ничего не делаешь. Смотрите, первое. Я всегда говорю, что телегония существует. Хотя это слово считается неприличным, так же, как слово проституция, беспорядочные половые связи, так и телегония. То есть, изменения на генном уровне при опылении, я сейчас не про людей, про деревья, при опылении без зачатия. Ну, кто-то смеется, а кто-то уже нашелся, да, кто-то однажды даже прислал ссылку, я, кажется, не только я так думаю. Есть такой еще человек на планете. Вот, ладно. Значит, приятно быть не одному. Значит, уже непонятно, что потом из семечка, которое на другой год, оно будет уже законно, то есть уже не просто опылиться и вырастет плод, а у него семечко, что будет? Не знаем, раз. Далее, по Мичурину, когда он в этих делах, извините, я уверен, что просто запутался, это самое, помните, папа блондин, мама брюнетка, а сын рыжий, и надо бегать по соседям, нет ли рыжего соседа у нас, этажом ниже, понимаете? Вот, то есть, что оставалось сказать Мичурину? Что есть деды и прадеды, так? Тогда я вспоминаю, ой, я боюсь, сейчас отключите компьютеры. Тогда я вспоминаю Менделя с его жесткими закономерностями. Вот. Этих больше, значит, это самое доминантное был, а это меньше, это значит было это самое депрессивное семя. Вот. Поэтому их меньше, да еще строгой закономерности, а через год еще меньше, там включается геометрическая или арифметическая прогрессия. Вот. Но ведь это же никто не отменял. Другое дело, она не всегда выдерживается так жестко. Но опять же, я боюсь глубже копать. Самое интересное, это дальше. Есть просто несколько этих самых соседей. Кто опылил? Не знаем. Кто из нас может обеспечить стерильные условия? Попробуйте вы огромное дерево, окутайте этим самым, как он называется, это самое... Обычно используют в качестве презервативов эти огромное полотно из этого марли, обыкновенная марли, вот, чтобы пчелы не проникли. Вот. Не, в нормальном саду. Попробуй. Что я могу сделать? У меня все рядом растет. Дикие, культурные, полукультурные. Дикая груша, дичи не бывает. И тут же рядом роскошнейшая груша. Да еще размер плода до 500 грамм. Да еще сладчайшая. И все рядом. И это, и наконец... Еще и прививка. Это такое насильственное воспитание, страшное. Это так перекореживает. Вот. А Сергей Железов что сказал? Взял, отбарабанил, то, что я утверждал ровно 10 лет назад. Прививка для сохранения чистоты сорта. Ага, сейчас. Куда я вас завел, ребята? Вот. И получается, что... Вы же меня насмотрелись, начитали, что получается, и пишите. Потом огромное множество видоизмененных вариантов, которые зависят от папы, от мамы, это с чем связано. Я уже сказал, с чем. Беспорядочные половые связи и насильственное, вы же упомянули подвой привой, плюс насильственное сращивание двух совершенно разных фенотипов, абсолютно. Даже нет, не фенотипов, генотипов разных. Потому что сравнить дикую яблоню с культурной, с полукилограммовыми плодами, это, извините, это уже генотипы. И вот что получается, друзья, вот это вас где-то может растерять. Есть люди, которым ну надо знать, вот. Я еще раз скажу, потому что я вынужден. Вот я упоминал, вот Александр Алексеевич Ребрик, вот он сейчас сидит, надеюсь, и слушает, или потом записи послушает. Он подтвердит, когда я какой-то из 6 дней
рассказал, что вы понимаете, что глубже закопаешь семя, оно, а стандартным считается 5-6 сантиметров, вспомните Крамаренко и еще сотню авторов, вот, то оно там прекрасно отлежится, мышь, возможно, не дотянется, может, она не умеет землю рыть, вот, мы не знаем этого, вот, катаклизмы переживет, пока она там выползет, уже лишние дни пройдет пару лишних катаклизмов, вот, и все прекрасно. А потом через год 2-3, если абрикос через год 2-3, если яблоня, может, через 10-20, груша через 5-7, помните, отсыхают ветки, я не знаю почему, семечко было глубоко записано, она не знает почему. Ей сотня авторов в сотнях публикациях пишут для такого бедолаги. Опрыскивайте, и дальше длинный перечень, что купить. Вот. А семечко было закопано. А я пишу, символическая закопка, пол сантиметра, лишь бы только его не видно было, потому что он у вас мышь уже точно съест. Это же для них лучше лакомство, как для нас это самое мороженое. Вот. И вот когда я это все рассказал, две крайности, тут риск больше, зато саженец живет 50-70 лет. Вот. Примеры же, вот абрикос это Бродского, фотографии с тайги. Даже и вы не сомневались, когда я говорил, что им по 100 лет. Верили на слово, такие они огромные. Так, и встает дама, вот есть такой тип, и говорит, ничего не знаю, вы мне скажите, на какую глубину садить. Я конспектирую. Вспомните, Александр Алексеевич, такой момент. Я растерялся и начал опять по новой говорить. Да поймите вы, что если садить на глубину 5-6, нашелся единственный человек со всего, который так ушел недоволен. Почему? Потому что ему надо было знать, так и тут, с чем связано огромное множество видоизмененных вариантов. С чем связано, сказал, предугадать невозможно. Представляете, минут 10 я вам рассказывал то, что может было. А попробуйте в двух словах. А? Помните анекдот? Три варианта ответа. Да, второй вариант нет, а третий пошел нафиг. Вот. Лучше меня посылайте нафиг, но я вам не скажу, что вырастет из этих кочек. Помните, я вам холодильник открытый фотографировал. Так. Не время говорит о черенках, а время привык уже должно закончиться. Но весна наступает, руки чешутся. Если у вас привиты однолетки, культурные сорта. Вот давайте так. Жердель, да? Это Украина. Это огромный урожай. Это, они там чисто сладкие, а у меня на манжурце получились слегка кисловатые. Но опять же выиграли. Прошу простить. Извините, я провожу вебинар. Не могу сейчас говорить. На всякий случай телефон не отключаю. Мало ли. Так вот. Значит, ее может, она у Сергея, да, манжурец, взять, какой он, косточки посадил, Сергей взятый прямо, и это для нас прерогатива, то есть, если я косточки продавал, помните последний мой этот каталог, да, сейчас можете увидеть, что там написано, там есть эти самые, допустим, сыновья манжурца, а манжурца нет, почему, Сергею достались, так? Вот, не каждый год бывает большой урожай, допустим. А они-то у Ваулина, у ученого, настоящего ученого, у директора института, они оказались все, дали вкусные плоды. Можно считать их дикарями? Или культурные? Вот и получается, вы мне вопрос типа задаете. Например, есть привитые однолетки культурные сорта? Отвечаю, есть, если манжурца считать культурным. У Ваулина все сладкие, это его слова. Я же просил у него разрешение подтверждать-то можно. Вот. А эти жердели. Вот я единственный жердель нашел место, выращу. Какие они будут? Но на Украине их сотни лет никто не прививал. Почему они должны быть вдруг у меня невкусными? Вот. Давайте вспоминать опять. Кто опылил? Рядом кто? Самый ближний к нему, этот с огромными плодами, академик. А если он эту жердель привил? А если человек, который этот вет,
саженец жердели у Сергея купят одну или двухлетку. У него еще двухлетки теперь есть уже. В том году тоже ни хрена не брали. Вот. А если через пару лет, а я же эту выбрал, правда, самый мощный саженец, а он уже был с цветочными почками, а если через пару лет у вас заплодоносит, а кто сказал, что они будут 20-граммовые и с кислинкой, когда у него папа, допустим, этот самый академик. Вы представляете? Я не знаю. Но в этом-то и вся, вся ценность наша, что ждать чуда. Представляете, вам бы рассказали, как фокусник достает это самое кролика из шляпы. Все, неинтересно. А так смотрим, удивляемся. Так, ну что еще тут сказать? Про прививки. Я уже сказал, последнее, вот сейчас закончил этот коротенький список. Все. Вот так, Вячеслав Агапов.